Хочешь стриптиз? Нет, стриптиз не будет. Играй, ну играй. Thank you.
эфир к тебе. Концерт. Видать, все поклонники. Этот концерт для вас. Я счастлива. У тебя сегодня день рождения же, да? Да. Ой, Игорь. Это композиция для тебя. Спасибо. Я играю на гармонь, на подпой. К сожалению, день рождения только раз в году. Я играю на гармошке. Мама, у нас эфир прямой. Я гениально пою, не губи талант. Блин. Ой, дрифта. Еще. Ha ha ha!
Сашечка. Но все сказали, что это просто гений, прокомментируют. Все 130 человек. Спасибо. Гений для 126 человек, это очень хорошо, но было бы лучше, если было бы 1250 это человек. Это второй аккаунт, просто первый сел, основной, это лайф. А, да? Очень много для лайфа у меня. Ну, если зритель угадает, какую мы композицию сейчас пели, то надо подарить подарок. Давайте, окей, давай, все, начинай. Что дарим? Блин, Игорь, уйди, я тебе показал, давай. Сколько? 300 рублей вам подарю, окей. 300 рублей? Да, я подарю. Надо вот сейчас наиграть композицию, да? Да. Сложную или простую? Ну, давай сложную. Но не так, чтобы хорошо. Я прям сразу. Гадайте, гадайте. Нет. Где-то теперь, нет? Все. Давай, Ксюша, Пискуша, отправляй карту мне. Все, окей. А что она сказала? Вот теперь. Давай. Кто пел? Кусочек. Все, пойми. Для меня, давай, пойми. Только спой. Закрой тебя, Игорь, пожалуйста, закрой. Это моя любимая. Подожди, сейчас это сосредоточится. Свет выключу большой. Не надо. Нет, надо большой свет. Это моя любимая песня. Давай. Пойми. Это моя любимая. Я не расстанусь с тобой. Город любимый. Больше ждать.
гениально, ребята, это просто гениально. У меня такая семья, я не могу просто. Это гениально просто. Я не знаю вообще, как мне так Бог подарил такую семью. Мне очень повезло. И кусочек. Рахманинова. Игорь Резус знает это уже. Все, я его достала, вот он. Игорь, ты тут? Ты знаешь уже наизусть. Колокола. Ты понимаешь, да?